Так, у нас такого нету. Тогда сам на колени. На колени. Может, лучше на диван? Может, лучше ты заткнешься? Диван реально неплохая идея. Ничего, ты тоже довольно мягкий. Жить в кайф. Все, портрет готов. Не вздумай говорить Гленту, понял меня? Да. Отлично, бегом. О. Давай, парень, я в тебя верю. А что, рисовать есть пожелание? Да, напиши Глент Позер. Напишу в каком-нибудь самом невидном месте. Эй, что ты сказал? Невинная песня. Все супер, написал. Дальше что? На свой вкус. Какой ты скучный, Влад, меня прямо в вороте. Нарисуй ему рядом конскую жопу. Получилось? Вот другое дело. Я так вижу. Нормально. На капоте давай дизлайк. Слушай, ты креативный парень. А ты шнырек.